КВНщики возвращаются на сцену. Выходные 22 и 23 августа. Под зеленой крышей в парке «Скидские пруды» пройдут четвертьфиналы Лиги КВН городов Золотого кольца. Команды из Москвы, Подмосковья, Тулы и Владимира сыграют три конкурса – приветствие, разминку и музыкальный фристайл. Игры пройдут с соблюдением всех действующих рекомендаций. На входе у гостей измерят температуру, выдадут маски. Начало игр в 17 часов.